Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Все успокоились, приготовились к уроку. Садитесь. Урок у нас сейчас рисование. Сегодня мы с вами будем заниматься разукрашиванием. Что мы сегодня будем раскрашивать, давайте посмотрим. Для этих деток первый учебный год уже подходит к концу. За время учебы они узнали много нового и интересного. Здесь очень интересно, здесь буквы мы проходим новые, мы пишем. Все очень хорошо. Мне очень нравится учиться. Мой любимый предмет – это русский язык. Здесь всякие поделки делаем, лепим, рисуем. Но всего лишь год назад их родители еще только начинали путь от записи в школу до первого звонка. Вопрос это несложный для тех мам и пап, которые решили отдать свое чадо в школу по месту жительства. В этом случае по закону запись начинается 1 февраля, и учебное заведение просто обязано принять ребенка. Если же вы хотите отдать детей в другую школу, то придется дождаться июля, узнать, остались ли в ней свободные места и готовиться к поступлению. Прошло то время, когда родители по ночам отстаивали очереди в желании записаться в необходимое учебное заведение. Отныне живая очередь сменилась электронной. Это электронная запись в первый класс через портал государственных услуг. У нас уже назначены ответственные лица, которые будут заниматься этим. Они уже погрузились в эту проблему, изучают методические рекомендации. А мы, в свою очередь, проводим родительское собрание 28-го в четверг для родителей будущих первоклассников и расскажем им, как правильно это делать. Школьные годы чудесные. Глядя на этих первоклашек, вспоминаешь свое школьное время и понимаешь, что школа – это очень важный этап в жизни каждого человека. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.